На прошлой неделе в Бличепсинском сельском поселении состоялся турнир по футболу, посвященный памяти кандидата в мастера спорта Хасамбию Шорову. Хасамбий Мадинович родился в ауле Бличепсин 20 марта 1952 года. Со школьной скамьи и до конца своей жизни Хасамбий был предан спорту, занимал призовые места в районных, областных, краевых соревнованиях по футболу в составе аульской районной областной команды. В большинстве игр признавался лучшим игроком турнира. С 1985 года Хасамбий Шоров отвечал за состояние футбольной команды аула, которая занимала первые места в различных соревнованиях, имеет значок кандидата в мастера спорта. В нашем маленьком стадионе проводится турнир, посвященный нашему товарищу, другу, брату Шорову Хасамбию. Этот человек был справедливый, надежный, прямой человек. За его спиной никогда не надо было бояться. Ты знал, что за крепкими плечами ты стоишь. Он сам фанат был футбола. Он защищал республику Адыгея, область, когда область была. И везде, выходя в поле, он становился зверем. В том смысле, что ему только победа нужна была. Память у него была. Это передать. Он помнил всегда, где, когда играли, кто забивал, кто не забивал и так далее. Но, к сожалению, сегодня его среди нас нет. Отличный такой семьянин был. Любил своих детей. Ну, о нем только... И друзья скажут, наверное, самое лучшее, что есть, можно было сказать. Давайте, прошу всех, почтим память минутой молчания. Спасибо. Сегодня у нас в ауле знаменательный день. Мы проводим турнир памяти общественного спортивного деятеля аула, видного. Мухарби уже сказал о нем, это только маленькие, это малое, что можно о нем сказать. Мы с удовольствием проводим этот турнир. Я благодарен всем участникам, всем, которые не пожалели своего свободного времени приехать сюда и наш праздник в честь Хасамбия сегодня провести в ауле. Я благодарен друзьям Хасамбия, которые организовали вот этот турнир и о нем помнят, хоть и год уже прошло с того момента, как его с нами уже нету, но память о нем у нас и у всех осталась, и она, я думаю, что будет на долгие-долгие годы. Участникам, игрокам желаю успехов, победы. Ну, а всем остальным приятного просмотра. Мероприятие, проведенное сегодня в ауле Бличепсин в школьном стадионе, она является очень хорошим примером для подражания нашего молодого поколения. Это, значит, пример молодым спортсменам, что такое-то же товарищество существует среди ветеранов, футболистов нашего района. Это пример культуры, это пример обычая. Организатором данного мероприятия явилась эта инициатива ветеранов футбольного движения аула и района. Ветераны, они обратились с ходатайством в администрацию исполкома сельского совета. Совет ветеранов футбольного движения, она дополнительно обратился в спорткомитет района администрации, администрации района. Они все пошли навстречу данного обращения и стали помогать принимать участие в проведении данного мероприятия. Значит, в отношении нашего брата, это большое, значит, спасибо вам за такое приятное, значит, приветствие. Он среди вас много годы играл, вы сами говорили, проявлял, значит, уважение, всего хорошего. Большое вам спасибо за данное мероприятие. Особенно
хочу, значит, отметить благодарность, спасибо те команды, которые приехали из Лабинска, из Майкопа, оставили свое время и приехали на турнир памяти нашего брата, родственника, вашего товарища Хасанбея Мадиновича. Всех благ, всех вам хорошего времени, долгих лет вам жизни. В турнире приняли участие 4 команды из города Майкопа, Лабинского района, аула Ходз и общая команда аула Кашихабль и Бличипсин. Главным призом турнира стал кубок от жителя города Сочи, соратника Хасанбея по футболу Рамазана Казарова. Также были подготовлены грамоты от Управления физической культуры и спорта района за первое, второе и третье места. И денежный приз самому возрастному игроку турнира от администрации Бличипсинского сельского поселения.